посмотрим, что тут у нас. The best Isaac mods in the world. Интересненько, интересненько. Давайте, давайте. Что ж, давайте посмотрим. On a time there was a boat. Now this wasn't just any boat, children. It was a ship full of friends. На начало уже неплохое. Best friends, one and all. A veritable friendship it was. Get it? But it wouldn't be very ladylike of me if I didn't mention the most noteworthy friend on board. А это уже началась игра или что это? Hattie was like king friend of friendship kingdom. Это реклама? Best friend to one and all. Это заставка? Definition of handsome gentleman. Now one fine morning, это рак моего мозга? Set out for a new, exciting adventure. What fantastic wonders would they discover this time? Ну, допустим. Ладно, хорошо. Подождем, подождем. Perhaps they'd find an island made entirely of candy. Perhaps they'd meet a band of scary, swashbuckling pirates and join forces to find an island made entirely of candy. Who knew? But it didn't matter. Как много картиночек, да, да. Не, ну понимаете, я уже вижу просто руку профессионалов. Потому что, насколько проработана заставка. Услышите, какие звуковые эффекты. Ой, как класс. Макмиллен, Макмиллен, срочно, срочно, срочно надо позвонить Макмиллену. Алло, Эдмунд? Yes, yes, я слушаю вас. Как ты там не планируешь игру улучшать, четвертый бустер-пак вводить, там еще что-нибудь? Слушай, я тебе таких звуковых дизайнеров нашел, вообще жесть, они тебе такие эффекты сделают. Просто зашибись, я вот тебе скину их контакты, обязательно, обязательно с ними свяжись. И у тебя эффекты будут просто на высоте. О май гад, какое предложение, слушайте. Я обязательно им позвоню, и мы сделаем в новом Айзике все самые крутые звуковые эффекты. Наш Айзик будет продаваться в 4 раза мощнее из-за этого. One of you, Hattie continued, but the eye of the storm is very misleading, children. Never turn your back on it, because the ocean was all like, psych, and it came back even bigger this time, twice as big. Woo-shoo-shoo-shoo, as if Poseidon himself extended his hand... Вау! Ух ты! Какой клёвый мод! The Binding of... я даже это переведу. Нет, не переведу. Ну, судьба. Судьба, судьба. Тут у меня есть сохранечки мои. Так все дергается. Полегче, а меня Google-то не забанит за это. Я, короче, постараюсь прикрыть все, что возможно, цензурой. Так, хорошо. Что же надо тут делать? Что это за квадратик? Где меню? Ну, не проработали, ребята. Ну, вот вроде все хорошо было. Не, ну, с хорошо-то я что-то перестарался. Ну что ж. У нас тут есть много персонажей на выбор. Давайте что-нибудь выберем. Вот это, допустим. Рерал Дженкинс. А что происходит, простите? А, все, игра уже началась. Я думал, это просто еще кусок заставки тут. Недопоказали нам. Ну... Допустим. Хорошо. Давайте попробуем взять этот предмет. Чего? Infestation 2. Ну, блин, это было слишком просто. Хорошо, давайте пойдем куда-нибудь. О май гад, ну как я буду это все цензурить-то? Я поставлю, не знаю, там, 18+. Перед началом видео. я вообще не понял, что тут надо делать. Меня не выпускают. Где враги? Кого надо убивать? Что происходит? Помогите. Что кто? Простите, что происходит? Это что? Тут столько спецэффектов, что я просто не понимаю.
А вот это синенькое, это что, это паук? Хорошо, допустим, я почти разобрался, что тут к чему. Видите, я уже прошаренный человек, то есть я знаю, что как надо в эти моды играть. Это непросто, да, конечно, не каждому доступно. Ой, сколько тут политики. Хорошо, что вы почти ничем от этого не видите. Боже, почему я играю за какую-то картинку с каким-то плющенным грузином? Хорошо, давайте попробуем дойти до босса, если у нас это вообще будет возможно. О боже, куда мы зашли? Мы зашли в комнату проклятия. Не. А где? А куда дальше идти? А где босс? Где выход? О, я прошел дальше. Поздравьте меня, там что-то справа открылось. О, муха! Муха, подожди, ты единственное что-то человеческое в этом моде, что осталось. В смысле, а чё меня не пускают? Почему дверь закрыта? Может, это магазин? Давайте предполагать, что это магазин. Итак. Ну, тут явно мы ничего не можем больше сделать. Тут мы тоже никуда больше не можем пройти. Хорошо. А куда тогда идти? Давайте еще раз попробуем вправо. А, там есть дверь. Боже, босс! Нет, сколько мемов! Помогите! Я же груз свернул. Но такого появления Little Horn я давно не видел. К черту. К черту этот мод. Однако, поразмыслив, я решил, что вам одного мода будет недостаточно, вы же у меня ненасытные, я подумал. Ну что ж, давайте удлиним выпуск. Еще один мод. Итак, я включил этот мод, выложил все предметы из него в одну комнату. И сейчас мы посмотрим, что из каждой из этих предметов будет делать. Итак, монетка. Делать нас петухом. Ну, в принципе, в какой-то степени это правильно, но по отношению только к некоторым людям. Морф. Или Мурф. Что это такое? Что ты есть такое? Какая-то черная дыра, короче, которая оставляется. Не, неинтересно. Так, это D6, он нам не нужен. Черная перчатка. Что она делает? Совершенно непонятно. Ладно, хорошо. Это, по-моему, активки сейчас идут чисто, да? А, нет, и пассивки есть. Теперь мы фиолетовый петух, который оставляет фиолетовые слезы. Класс. Jar of Jellies. О, у нас целых две желейки есть. Прикольно. Так, это какая-то книжка, которая не понимает, что делает, дает дамаг. Ну, нет, неинтересно. Океан Мэн. Ух ты, это как этот суккуб какой-то. Давайте я быстро соберу все предметы, и мы посмотрим просто, что они все в комплекте делают. Потому что я тут 3 часа потрачу на просмотр каждого предмета. Го! Итак, я собрал все предметы, я похож на какого-то хипстера с трубочкой в голове, у которого есть целая компания из маяка с клюшкой, двух желеек, улыбающегося камня, призрака, еще одного улыбающегося камня, похожего на лицо, летающего камня, кошку и человека-любителя играть в доту, летающего с морской волной. Стреляемся мы вообще непонятно чем, какая-то вообще полнейшая дичь. Вот, в активке у нас лежит очень интересный предмет, который я покажу вам на боссе только. Давайте пойдем посмотрим, как мы будем всех убивать. Боже, что тут происходит? Да. Очевидно, этот мод делает нас какими-то перебафнутыми. Но это все равно весело. О, давайте еще возьмем себе. О, хо-хо-хо-хо-хо-хо. Давайте, го к боссу. Привет, вдова, ты станешь... О, стоп, что это за твич? Что надо делать? Чего? Чего? Типа, если я собираю твич, что-то происходит? У меня статы меняются? Чего? Как он умер? А, стой, подожди, я не успел использовать свою активку. Ну, тут происходит что-то вообще непонятное совершенно. Я, по-моему, тут лагаю, у меня какие-то восклицательные знаки над головой. Да, этот мод очень неоднозначный.
Ладно, погнали, посмотрим, что он еще делает. О, у нас татана дамаг. То есть вы хотите сделать меня еще сильнее? Так, давайте теперь используем нашу активку. Наркомания полным ходом. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Куда делись спрайты? Ребят, куда вы делись спрайты? Что это за жижа тут? Что с вашими размерами? О боже, мы пришли к сатане. Здорово. Давай у тебя все заберем. Ну, почти все. То есть мне лопата твоя не нужна. Хотя, может, и нужна. Не знаю. Ладно, хорошо, погнали дальше. Давайте попробуем побыренько все пройти. Если это вообще возможно. Не, ну все разлетаются просто с одного удара. Мне кажется, тем ребятам, которые любят скилл свой проявить, этот мод должен быть вообще неинтересен. Но если чисто как поугарать, я согласен. Да, в этом что-то есть. Тут половина эффектов даже предметов непонятно, но я уже не буду изучать там эти всякие гайды. Не хватало мне еще гайды по ненормальным модам изучать. Так, давайте, подайте мне сюда босса, я применю на нем все свои тактики и атаки. Боже, что ты творишь? Ты просто монстр. О, D1. D1, давно мы не видели этот предмет. А, босс-то внизу все время был. Я просто его не заметил. Так, боссик. О, это чат, здорово. Чат, го к нам на нашу наркоманскую вечеринку. Чё-то кого-то расплющивает. Чё за сундук тут? Чего? Чё происходит? Это что за... Что за конус тут? А, это мозги Боба. А, ну понятно. Ну что ж, полезные приобретения. Мы с моими слизнями идем атаковать затопленные руины. И лучше вам не попадаться ко мне на пути. Тихо. Слушайте, когда меня ударяют, из меня вылетает 500 тысяч миллионов пуль. И у меня даже начинает комп лагать. Я надеюсь, что Макмиллен будет умным человеком и добавит все эти моды в четвертый бустер-пак, потому что для полного дурдома в Азике не хватало только этого. То есть уже добавили вот все, что можно, понимаете? Почти все ненормальные моды, которые я обозревал, всю вот эту дичь добавили в бустер-паках, поэтому я не удивлюсь. Что? У нас что, двери открыты? Здорово, пока. Здорово. Чего? В смысле, я убью прикосновением? Как вообще это происходит, а? Ой, какая дичь, боже мой. Эдмунд, приди. Посмотри, как издевается над твоей игрой. Тебе ли не жалко? Так долго делают свою игру, и вот, пожалуйста, результат. Грибы какие-то тут, твичи. Что вообще происходит? Непонятно вообще совершенно. Босс. Босс пытается от меня спрятаться. Ну, вы же понимаете? Стоп, у меня открыты все двери. Ёшкин кот. Я ведь могу даже не проходить ничего. Я могу просто идти до босса и все. Здрасте, до свидасти. Здрасте. Попа красти. Что-то я забыл, что мои пули тут тоже будут искажаться. Мама моя. Я ничего не вижу. Помогите. Выколите мне глаза. А, да, чё я тут убиваю кого-то, напрягаюсь. И правда, о, я вызвал лак в своем. Айзик, живи. Айзик выжил. Вот, понимаете, вот до чего доводит увлечение большим количеством ненормальных модов. Никогда не повторяйте это в домашних условиях, вы можете подхватить себе простуду. А, ну да, я превратился в вавилонскую блудницу. Потому что у меня не осталось хп. Ну когда меня это останавливало? Давайте убьем мамку и закончим этот мод, потому что... Потому что мне сейчас станет плохо. А, хотя не, подождите.
Подождите, мы еще главного издевательства не видели. Короче. Давайте как-то это сделаем. Давайте как-то это провернем. Я знаю, как мы это провернем. Ну вот как-то так. Теперь давайте берем Либру. И все, и начинаем тут просто разнос. Сейчас у меня зарядится еще наркомания, и мы тут просто все закончим. К чертям собачьим. Игра, что ты делаешь? Остановись. Вот куда надо будет идти с самого начала. Мой комп, он просто сейчас взорвется. Он же достиг температуры атомного реактора. Пытаясь обработать всю эту наркоманию. Комп, живи. Комп, мы в тебя верим. У меня дамаг 49. А скорострельность 1. Капец. Тут это даже выше, чем кап, по-моему. Посмотрите, мы пока выигрываем. Непонятно, как тут можно проиграть. Давайте, короче, поставим бомбы. Что ли, может, они какие-то эффекты дают? К нам какие-то мухи прилетели странной формы и расцветки. Не, то, что странные расцветки, это понятно. Тут все странные расцветки. Тут какие-то странные мухи. Это неправильные мухи. Может, это и не мухи вовсе? Моя пуля, она аж бедно ее аж искорежила в пространстве. Она, по-моему, в четвертое измерение сейчас уйдет. Чё там? Кто там еще жив остался? Я не понял. О-о-о. Мы все это прошли. Что ж, прощай, мой комп. Я тебя любил.